Новогодний рулет с мандаринами без выпечки. Очень просто и вкусно. Для этого берем печенье с какао и пробиваем блендером до состояния крошки. Очень спелые бананы пробиваем блендером до состояния пюре и добавляем к нашему печенью. Тщательно все перемешиваем до однородной массы и убираем в холодильник на полчаса, чтобы она застыла. Для крема творог с любым подсластителем пробиваем в блендере до однородной консистенции. После этого наше тесто раскатываем в прямоугольник между двух листов пергаментной бумаги. Сверху смазываем ровным слоем крема и на край выкладываем очищенные мандарины. Теперь плотно сворачиваем все в рулет, как я показываю на видео. Готовый рулет оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник хотя бы на 15 минут, а после этого украшаем растопленным шоколадом.